после потери. Далеко не бьем, ребят, лучше ближе к рукаве. Вот, вот, вот. Просто стоп шаг и лезь. Прыгать пока не надо. Тя-тя-тя-тя. Туда влево можно. Опыт должен подсказать. Далеко дать он полетит. Да, он. Последний стинг сработает, конечно. Да подожди! Я же в стойку не встал! Давай быстрее! Нападающему тоже скажешь, подожди! Готов, готов, готов! Гасить можно! Гасите, это тоже прием! Это такой вид приема, пожалуйста! Хорош, бей! Хорош, передача, передача, Балаш, опять же стоял. Супер! Хорош, отдель! Эй, я обратно! Окей, ну вот, боковые пошли хотя бы. Окей, 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 Макс, отдай. Окей, и все, Юра, Макс уходит, давай. Так вообще, ну, на разворот под левую, ты все правильно даешь. Да, правильно. Там ты один раз хорошо дал, я на это. Просто ты один раз побежал как-то в центр, знаешь. То есть я тебе под левую даю вот сюда. Слушай, Луня, а если она не близко подходит, то еще один раз еще. Ну, да, чип за этим. Не чип, не чип, а просто тоже похоже. Низом. Да. Ну да. Они почти никогда делают. Просто взгляд кинулся еще. То есть между ними. Да. Далее он говорит, отравит на ногу. Мусор, народ. На сзади! Можно? Один! 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 Чал, один! Сзади, сзади, чал! Пей, пей, да! Выше! Правая нога, правая нога! Я! Один! Чуть сзади, чуть сзади! Все! Ай! Спокойно!
Давайте от Петруши, что ли, сегодня штрафной перекладим. Конечно. До этого Мотя был, я его туда отправил. Да? Две победы у меня. Правый-левый? А ты откуда бьешь? Ну, правый-левый. Давай, старые старики начинают. Ау! У тебя же там зачесалось что-то. Да не, Юров. Да не, Юров. А что, левый, правый-левый или я только правый? Ну, пока правый. Блин, а? Неплохая. Ну, вот ты сейчас вот все, вот видишь, уже. Вот сейчас вот это... У тебя начинается уже, понимаешь, вот-вот. Ты начал, но сейчас вот-вот. И если я сейчас... попаду? Давай сначала ты пробьешь, а потом посмотрим. Наша левая есть. А мне нравится наговаривать. И ты сразу вот так вот. Но. Нет. Вышли. У нас еще три левые, у нас три левые. Юрок. Вышли. Так, подожди, 2-2. 2-2. 2-2. И это у нас еще по два еще удара. По два удара. Да нет, Юра, ну почему так низко? Ковяшка! Да нет. Ковяшка дрогнула. Ты еще плохо, ты еще что-то... А я был уверен? Не, я был уверен просто. Ты был уверен? Да. По полету видно, знаешь? Вот первое касание, ты уже понимаешь. Ну, понятно, да, прикольно было. Чувствую. Да? Ну не как вот это? Не как это? Два раза? Подожди, это по последнему? Последнему получается. По последнему? Получается. Значит, если ты не попадаешь, то все? Я попаду. Ну давай. Ну попади. Ну отойди. Ну знаешь, когда вот Рэмбери говорит, типа, блин, все отойди. Ну давай, попадай. Ага. А я что не делаю, вот я далеко. Конечно! Было? Какой был? Слышь, у меня уши большие, я слышу. Тебе не стыдно? Не стыдно? Тебе не стыдно? Кого-нибудь. Мотя, реванш бери. Давай, 5 пенальти. Так же. Мне надо 3 добить, правильно? 35, да, Федя? А? 35? Ну, 3 достаточно для победы. Ну, пытается из 5 3, сказал. Кабальные условия для вратарей, Федя. Фух. Первый самый важный. Листочек. А, и сразу не пошло. Проанализировал, видать, вчера сидели. Дома. Ну а как ты думал? Прыгай! Так а ты прыгаешь? Прыгай, пожалуйста. Давай. Опять вот центр бей. Ха-ха, мне один надо забить, мать. Не, я уйду в сторону, по центру бей, забьешь. Хорошо. Давай. Да понятно, куда он будет бить. Понятно же, да? Не стал иметь, да? По центру меня сбил, да. Все. Да. Попробуй просто все. Я не знаю, как Томас, я просто хочу вот чуть-чуть по-другому пробить. А как ты пробил? Да, но я чуть больше паузу взял. Ну нет, у него больше паузы было. Чуть-чуть у меня больше паузы. Но я типа все равно не двигался раньше. Мне удобно было. Ну да, ничего не поменялось. Тебе легче. Ну не то, что легче, мне обязательно. Мать, начинай, мать. Все, да, ухожу. Давай. Можно? Давай. Юр, ты садись, уже так не подача. Это не подача. Первого перебить, Юр. А, первого? Давай здорово, Саня. Сам себе. Подать, беда! Потом, Саня! Два сапога. Потом мне. Пойдем! Хорош, Андрей. Ну,
посмотрим. Не, вот положил, все. У меня есть прилип там. Правильно? И сейчас будет ПЦ. В комментариях был гол, не был. Какашка. О, браво. Направь. Есть! Дай, Саня, не води! Хороший. Наконец-то же! Вообще все мерзкие, да, такие? Прям мерзкие, непонятные, да, безадресные. Передачи были мерзкие? Конечно, все. Вам не стыдно? Может, одна-две не были? Вам не стыдно? Какие одна-две были? Для вратаря. Виталий, что они говорят? Вы слышите? Он же не добавил. Для вратаря мерзко. А для игроков-то не добавил. Давай, Юр. Забей. Все. Могу я все просто? Все на меня, чтобы летели. Нам надо вон туда. Вон надо рисовать. Хорош! Забей, может, тогда? Ну ты же испугался, вот это вот. Пробей сильно. Есть! Аккуратно, аккуратно. Вот это... Матвей, передачи твои. Очень хорошие. Не-не, это мы виноваты. Не, нормально, на самом деле нормально. Бей! Забивай! Это что было? Пожалуйста. Заказывали? Заказывали. Сторона, да? Матвей, давай. Давай, брат, вот сюда прям, на голову. Давай. Идет, еще. Почти. Хотя с первого раза хотел забить. Отбей ногой. Но ты отбей бок. Два решения, рука, нога. Знаете, сколько он сильно забивал? Ну, дайте, я встану чуть. Дайте шанс. Два дня на смарку сразу. Сразу два дня на смарку. Я смотрит на секундомер. Да, Юра! Что? Ну не кори себя, Юр, нормально все было. Такая передача хорошая была. Не, это не последняя. Последняя. Аккуратно. Что делать? Аккуратно, последняя. Вот сейчас последняя. Дай, последняя. Вот последняя. Судья перебить дал, подожди. Да, вот. Там толкали, что-то перебить. Там все капец. Любой мяч, это мой. Судья дал перебить. Мерзкая позиция. А вы сейчас ворота. Мерзкая позиция. Конец! Не было, что ли? Плохая была, плохая. Не было, Андрюш. Но это без шансов. Надо такое, чтобы было мерзко. Да, уже опасно. Да, да. А? Да! Да! Сам последний, Саня. Я видел, причем он вот так вот сделал. И у него. 90 стоял вот так, стал. 20 сейчас. Спасибо. Спасибо. Получайте удовольствие. Юрий, вам спасибо, ребят. Великолепен. Прекрасно.